Молодой человек в наручниках прячет лицо от камеры. Его задержали по подозрению в краже. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию о том, что один из работников промышленного предприятия похищает металл. Полицейским предстояло установить, каким образом подозреваемый вывозит продукцию с территории завода. За мужчиной установили наблюдение. В результате наблюдения правоохранители выяснили, что водитель большегруза складирует вывезенный металл либо в багажнике собственной иномарки, либо едет непосредственно на скупку. Злоумышленника задержали с поличным в момент передачи металлоскупщику. В помещении гаража оперативники обнаружили мешки и ящики с ферросплавами, те самые, что подозреваемый вывозил с завода. Часть металла мужчина спрятал в рукавице. Их изъяли из автомобиля задержанного. Общий объем похищенного составил более 500 килограмм. В гараже также обнаружили тетрадь. Данная тетрадь с записями. Кто, когда ему, в какой день, какое количество ферросплавов привозил. Для выяснения обстоятельств подозреваемого доставили в отдел полиции. Мужчину доставили в отдел полиции для установления обстоятельств. В беседе с сотрудниками полиции он признался, что совершать хищение ему помогал один из работников предприятия. Второго подельника также задержали. В настоящее время Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Ольга Соловьева, Виталий Присмотров, Татьяна Кудрявцева. Новости.